Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в среду пообещал приложить усилия, чтобы выработать новые условия членства Великобритании в Европейском Союзе. При этом он призвал британского премьер-министра Дэвида Кэмерона уважать европейские интересы, добавив, что танго обычно танцует вдвоем. Комментарии Юнкера прозвучали перед саммитом в Брюсселе, который состоится в четверг. На нем глава Европейского совета Дональд Туск должен представить общую информацию о предстоящем референдуме в Великобритании по выходу страны из ЕС, который предположительно пройдет в 2017 году. Европейские чиновники выразили недовольство тем, что Кэмерон после своего переизбрания в мае так и не представил конкретные предложения по условиям членства. Британские политики говорят, что их выработают только во время дебатов в декабре. Мы хотим, комиссия хочет справедливого соглашения с Великобританией, и мы работаем в этом направлении. Я не могу пока раскрыть детали переговоров, но также не могу сказать, что был достигнут какой-то значительный прогресс. Танцуют танго обычно вдвоем. Европейские лидеры дали четко понять, что не хотят выхода из блока его второй по объему экономики. Однако они отмечают, что некоторые требования Великобритании потребуют изменения базовых принципов ЕС. Например, призыв Лондона остановить миграцию в пределах Евросоюза.